Меня зовут Ариф Клеблей. И в правиле я занимаюсь 4 года собой и близкими, а с недавних пор и всеми желающими людьми. Пришел я к правилу через опыт йоги больше 15 лет и бодибилдинга, который помог мне нарушить гармоничность моего скелета и найти правило. Случилось это таким образом, что однажды йог с 8-летним или с 10-летним стажем был вынужден выталкивать машину из сугроба в снегу и делать это в одиночку. У него не получилось, он себе сорвал позвоночник и подумал, что да, йога дала классную гибкость, это супер, но силы не дала совсем. И этот йог отправился в качалку. За 4 года он набрал 30 килограмм, стал очень сильным, потерял гибкость частично свою, но травмировал плечи и локти таким образом, что продолжать тренировки больше не мог. Стал искать способы, как восстановить подвижность своих суставов, ну и функциональность, естественно. И пришел к правилу. Ребята в Бодричах занимались со мной в течение 2 месяца. И за 2 месяца я восстановил плечи и локти до полноценной функциональности. Приобрел дополнительно силу, выносливость и повышенную энергичность за это время. И увидел, что правило – это не только инструмент работы с телом, но и глубоко затрагивает ментальное тело человека, духовную его оболочку. Поэтому решил углубиться в эту практику. Учился я у Сергея Зайцева, человека, который первым воссоздал правило по описаниям из исторической литературы. У Бодричи Дима Кириченко, там ведущий, мастер. Ну и с другими правильщиками города я знаком, общаемся регулярно, делимся опытом. Поэтому всем огромная благодарность.